Добрый день. Новый заказ. Точнее, не новый заказ, а доделаем старый. Значит, как я раньше уже показывал, делали мы вот такую кровать. Это сосна. То есть здесь комната сделана вся под вагонку из сосны. Заказ был точно такая же, чтобы была кровать. Только здесь такой момент, что кровать у нас идет без сучков. То есть это специально так подобрали материал, чтобы было без сучков. И вот пожелание клиента, чтобы еще сделать тумбу под ТВ. То есть вот такая будет тумба у нас. Уже сделали, готовые. Тоже из сосны. Тоже сделали так, чтобы здесь не было ни одного сучка. Значит, какие здесь моменты возникают, что боковушки делали точно так же, чтобы было, как и у кровати. Ручки сделали вот такие интегрированные. То есть я не стал делать здесь ручек таких стандартных. То есть я сделал так. То есть мне намного легче, когда меня не обязывают делать что-то по шаблону. То есть я сделаю так, как я хочу, как я посчитал за нужным, как говорится, дело художника. Да. Здесь вот боковушки точно так же сделал я вот под такую типа вагоночку. Ну, чтобы было в одном же стиле и с кроватью. То есть вот принял такое решение, сделал. Значит, крышка здесь из полностью из сосны, массив клееный. То есть здесь не фанера, здесь доска саркока была. Крышка вот сделана таким образом. То есть стандартный вариант. Да. Так, ну что, в принципе, такая тумбочка, вот такой дизайн. Я думаю, что здесь все будет нормально. По дизайну она как раз подходит. Пройдет, конечно, некоторое время, она цвет поменяет. Так же, как и кровать. То есть сразу же там некоторые места более смоленистые они выделятся, вот как на кровати, да, то есть видно здесь как на кровати. Я думаю, что тумбочка будет точно так же. Так что через некоторое время, я думаю, что уже цвет поменяется. Ну, потом, если будет еще возможность, да, еще сниму, покажу. Но, ну, в принципе, здесь все понятно и так, и без того. То есть сосна, массив, без сучка. Вот такой заказ. Недавно сдали. Так. На этом все. Спасибо за внимание. Кому надо, звоните, пишите. Будем рады общению. Можно будет сделать то же самое.